Пришла очередная посылка из Китая, с сайта AliExpress. Заказывал себе пылесос, маленький мини-пылесос, который работает от USB для чистки клавиатуры. Иногда приходится разбирать ноутбуки. И для того, чтобы почистить, заказал себе вот такой маленький пылесос. Будет работать, нет, посмотрим в дальнейшем. Я уже его предварительно распечатал, этот пылесос. Сейчас хочу показать вам. Ну, вот такой вот пылесос у нас был. Здесь еще это отложим. Здесь проходила щетка. Вот такая насадка была. И вот это еще одна часть пылесоса. В середине находится двигатель. Вот здесь находится такая марля или бумажка, или какая-то тряпочка, я не знаю, что это вообще такое. Я попытался чистить свою клавиатуру своего ноутбука. Вы можете видеть пылинки. Потому как бы пылесос работает, что-то тянет. Слаживается вот так. Раз. Потом ставим вот эту заглушку. И пылесос у нас сложен. Работает от USB. Для того, чтобы проверить его работу, использую свой powerbank, на котором видео показывал раньше. Включаем powerbank. Все powerbank я зарядил, все у меня работает. Включаем наш пылесос. Первая кнопка на пылесосе у нас open, это открыть. Открывать мы уже его закрыли, только не будем. Следующая — turbo. Turbo — это, наверное, быстрая работа пылесоса. А вот здесь трехпозиционная клавиша: выключить, потом клавиша лампочка горит просто, и работает пылесос. Если перетянем эту клавишу в позицию лампочка, загорается вот этот диод. Не знаю, видно, не видно. Ну, загорелся диод, если продемонстрирую. Вот не горит, вот это горит. Не горит, горит. Но он красного цвета, то есть не знаю, что он может подсветить. Просто показывает, что он работает. Если присмотреться вот сюда, в эти отверстия, то видно, что крыльчатка. В пылесосе в этом крыльчатка. Эта крыльчатка на себя всасывает воздух. Сейчас я включу пылесос. Если кто-то заметит, то как он заработает. Вот крыльчатка заработала и всасывает в себя воздух. И всасывает вот сюда, вот через это отверстие. Что мы делаем? Берем, собираем. Хочу вам сказать, что вот на, как продемонстрировать, не знаю, чтобы он что-то убрал. Но вот пылинки есть на столе, то он справляется с ними. На пауэрбанке пылинки. За счет того, чтобы он воздух гонит, он втягивает пылинки. Но это, не знаю, будет он кому-то пригодится, нет. Если мы нажимаем клавишу turbo, ну, на первый взгляд, ничего не меняется. Хотя должно быть быстрее крутиться. Потому вот такой у нас
мини-пылесос был сегодня. Вот на столе положил, он вибрирует очень сильно. Как я уже сказал, есть две насадки. Одна с щеточкой, вторая обычная. Вот такая. Можно убирать. Если приложить руку к этим отверстиям, то слышен воздух очень хорошо. Если кого-то заинтересовал товар, ссылку на него я сброшу снизу, ниже, под описанием видео. А пока хочу сказать вам до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!